Девушки, всем чудесного вечера. Я сейчас возвращаюсь с от озера, решила пройти через Миллениум парк и сделать небольшие видеозарисовки. Вот в данный момент я нахожусь вот на таком дизайнерском мосту. Он мне очень нравится. Такой вот он необычный. Он проходит через, ну, наверное, через половину Миллениум парка, соединяет Миллениум парк и вторую часть Гранд парка. То змейка поднимается вверх, то спускается ниже, потому что Чикаго, он такой город многоуровневый, и он вот такими вот оригинальными мостами соединяет разные уровни города.